Добрый день, друзья! Сегодня наш разговор об антистатическом браслете от торговой марки Проскит, модель 8ПК611D6. В основном, конечно, этот антистатический инструмент присущ в сфере радиолюбителей, потому что основное его направление и защитное свойство – это снимать заряд с человеческого тела. Почему образовывается заряд? В основном, если вы носите шерстяную, но не обязательно, в принципе, любую другую одежду, заряд может достигать сотен и даже тысяч вольт. Давайте посмотрим, из чего он состоит. Здесь есть три основных конструктивных элемента. Первое – это сам браслет. Сейчас я вам покажу, какие у него есть возможности. Как видите, здесь сейчас он неплотно обжимает, но ничего страшного-то нет, поскольку здесь предусмотрена регулировка. Вот этот вот ремешок можно подтянуть на любую длину, как вам удобно. Сейчас я его подтяну. И здесь вот защелкой, сейчас я сделаю, защелка фиксирует. Но самое главное, что вас интересует, это, конечно, каким образом происходит съем электрического разряда. Сейчас его открываю и покажу вам. Смотрите, здесь есть металлическая пластина, которая постоянно контактирует с человеческим телом и передает заряд через вот эту защелку. Смотрите, оказывается, это разъемная конструкция. Значит, несколько технических характеристик. Сопротивление вот этого шнура, кстати, он растягивается, сейчас я вам покажу, до 1 метра, то есть вы можете удаляться от места пайки, монтажа электронных компонентов. Сопротивление 50 Ом. Также здесь внутри есть встроенный резистор 1 мегаом. И в конце стандартный классический элемент, это такой зубастый крокодильчик, который присоединяется к внутреннему контуру заземления в доме. Если нет специального выполненного контура, можно присоединиться к батарее, к системе отопления. Перед этим, конечно, нужно зачистить каким-то образом краску, чтобы был электрический контакт. То есть, если вы работаете особенно с микросхемой, с полевыми транзисторами, которые чувствительны к статическому заряду, это незаменимая вещь. Надеваете на руку, настраиваете по длине, присоединяетесь к контуру заземления и можете спокойно, безопасно работать, не заботясь о том, что дорогие радиоэлектронные компоненты выйдут из строя. Сегодня наш рассказ был о антистатическом браслете торговой марки Проскит 8ПК611D6. Подписывайтесь на наш канал, заходите на наш сайт и до новых встреч!